Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня свежий обзор на растаможенный у нас караван. Это были Ranger 2003 года выпуска. Цена данного каравана 402 тысячи рублей. Караван полностью растаможен и находится у нас на площадке в городе Пскове по адресу Николая Васильева, 82А. Такой очень красавчик, 380-я модель. Это 380 его внутреннее убранство. И плюс 20 сантиметров. Это уже стеночки образно. Что у нас дальше по нему? Во-первых, удобные его веса. Такой насыщенный белый караван. Веса, к весам мы вернемся. Максимальный вес его 750 килограмм. То, что позволяет любым транспортным средствам его тащить без категории ЕГБ. Вот, давайте начнем. Состояние его такое, сказал бы, ближе к идеальному. Ни коцок, ничего. Забирался караван я собственника. Ну вот он, беленький, насыщенный. Одна из моих таких любимых марок. Низы. Все аккуратно. И верха. Как раз посмотрим, вот он, Ranger. Пластикл пакет, само собой, что все целое. Алковская система тормозов стоит данного каравана. Сразу же перед заглянем. Запасочка Hankook. Абсолютно новая лежит. Газовый баллон. Плюс шланги у хозяина оставлены. Верха, ребят, внутри тоже обязательно смотрим. Караван реально очень стоящий. И также по уголочкам начнем здесь. Антенна на месте. Все резиночки, техосмотр тоже караван проходил. Дышло абсолютно не пинается, сам лично караван вез. Вот сама модель. Вот он, шильдик по весам. 570 килограмм масса без нагрузки. И полная 750. Очень обалденные размеры. То, что доктор прописал. Выхлопы все целые, абсолютно. Арочка тоже нигде побитой не была. Плюс у хозяина стоит мотомувер, что позволяет ему управлять. Плюс пульт, вот он лежит. Радиус, сейчас колеса посмотрим, 13-я сешечка стоит. По состоянию она в отличном. Вот он, состояние резины жгута. Идеальное состояние балки. Точно так же полы, тоже само собой все целые. И состояние рамы. Нигде не трещин, ничего абсолютно не будет. Так что близко все равно к идеальному. Могу сказать с уверенностью. Место под аккумулятор. Ranger, стеклопакетик. Здесь аккуратный, целый. Пойдем как раз сзади. Андрюх, позвони Юре, пускай на площадку едет. Все низы, все аккуратно. Плюс клиренс у него реально высокий. Ну и, конечно, то, что удобно по горам, по лесам с данной моделью и размерами ползать, как угодно. Вот состояние еще раз снизу, чтобы все было видно. Сейчас как раз посмотрим. Тетфорд кассета, вся на месте, это управление. Образно наклеечка еще осталась от хозяина. Как пользоваться.
Ну вот уголочки. Все очень. Выхлоп идеальный. Все, ну, глаз радуется. Конечно, когда такие караваны, лучше уж вообще ничего не покупать, но такие игрушки все равно брать. Все накладочки на трюму есть. Вот она арочка, все идеально. Ни одной коцки на кузове я не нашел. Человек его хранил, забирали его в закрытом паркинге, данный караван. Сейчас как раз посмотрим внутри. Ну вот, удобные большие диваны, все раскладывается. Трюма сзади. Ну, сейчас я думаю, что с этого уголочка просто начнем, посмотрим. Здесь даже первый раз такое заметил. Очень интересно. Если вот так закрыл образно. И вот так жалюзи. Не во весь рост, а вот таким образом. Первый раз такой. Продолжим. Сейчас закрою. Вот. Состояние внутри ближе к новому. Электролюкс, газ электро стоит с большой уже морозилочкой. Все чисто, запаха посторонних нигде ничего нету. Внутри такое, как под бокальчики. Обои свои насыщенные белые, это штатные. Все верха, вот они, уголочки. Все аккуратно. Полностью везде. Щелкать ничего не будем, пока передок посмотрим, и туалет. Все. Очень крепкая модель. И сам по себе крепкий. Ну вот они, диваны. Я их не мою, не чищу. На мочку заезжаем, только наружку смыть. Вот это мозги от мувера стоят. Ну и здесь, конечно, все шикарно, аккуратно. Вот. Пощелкать. Пощелкаем. Передочки все крепкие. Чистота. Ну. Так. А вот тут вот он. Столик раскладывается. Плюс еще дополнительный стол у хозяина есть. Вот он стоит. Я думаю, что он также штатный. Да, конечно, вот он. Одинаково. Столешница идет. Все абсолютно одинаково. Второй диванчик заглянем, посмотрим. Тут уже, конечно, трюма стоит. Вот она на 10 литров. Газ электро, само собой. Все, конечно, аккуратно и достойно. Как говорю, глаз радуется. И караваном то, что можно пользоваться в минусовой погоде, потому что газ электро трюма стоит. По состоянию вот оно, практически новое. Карчик залезет. Здесь все аккуратно. Очень достойный экземпляр. Ну и туалет, поддон весь целый, аккуратный. Тетфорд, душ холодный, горячий, зеркало все целое. Ну и стеночка, конечно, в туалете все целое. Вот, что-то еще добавить нечего мне по состоянию. Ну, вот он в наличии есть. Приезжайте, ребята, покупайте. Плитой тоже не пользовались. Все механизмы, все рабочие. Вот так она. Шкафчик подзалезем. Ключ под лапы есть. Насос тоже есть. Ну, горячий, холодный, само собой. Кран не побитый, весь аккуратный. Вот, так что, ребята, если есть вопросы, звоните, пишите. Подписывайтесь на наш канал, потому что
поток большой караванов идет. На каждый караван практически стараемся делать обзоры. Есть, которые караваны не успеваются делать обзоры. Такое тоже бывает. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо за просмотр. Вот. Следующий выложу, может, сегодня, либо завтра караван. Вот. Так что спасибо. Всем до скорых встреч.